Приветствую, меня зовут Герман Дада. Сегодня у нас замечательное событие, концерт MC Чека, и он у нас, соответственно, в гостях. Хотелось задать ему пару-тройку вопросов. Как тебе остров, как тебе ощущения, как тебе вайб? Салют, Герман. Во-первых, очень-очень рад сидеть здесь с тобой. Огромный респект. Джа, Растафари. Все очень здорово, и приехал я, вот сегодня уже третий день моего пребывания здесь. Ощущения отличные, у меня появилось много хороших друзей на замечательном острове. И, ну, посмотрели разные места, очень здорово, поднимались на горный воздух, подышали глубоко, прочистили легкие, вот, посмотрели местные красоты с подъемников, очень хорошие виды. Люди очень дружелюбные, рад знакомству с Дадай, ну, уже личному знакомству, в принципе, мы довольно давно общаемся, но действительно очень рад этому. Black Market, ребята, и также, ну, много-много отличных парней, девчонок, здесь очень светло, очень чистая атмосфера, и я очень рад буду сегодня сделать горячо вайп, просто roots vibe. C за тем H, за тем E, C, K, A. Скажите, как меня зовут? C за тем H, за тем E, C, K, A. Скажите, как меня зовут? А? Yeah, вы готовы? Alright, yeah, братья, заводи. Многие пацаны не видят ничего дальше бутылки и пошлых приколов. Труд за жизнь, не зная ничего ровным счетом о жизни за серым забором. Есть те, кто думает, что времени вдоволь, закипая у монитора. А есть ли такие, кто возомнил, что запил себе прайс пару випов за пола? Вот смотрел в сети, Тимур, у тебя альбомчик AP с битмейкером Битом, очень крутой, называется «Сочетанада». Что ты можешь о нем сказать? Единственное, битмейкер Beat просит называть его BMB Space Kid, он теперь у него такой став, поэтому да, альбом вышел с BMB Space Kid, очень талантливым саунд-продюсером из Санкт-Петербурга, вот, в принципе, музыка BMB уже котируется на самых крупных фестивалях по всей Европе, вот, у нас люди только начинают догонять, у нас, как всегда, немножко позднячковая реакция, такой позднячок, вот, приходит, и мы, да, выпустили не так давно альбом «Сат-Чит-Ананда», в переводе с санскрита, с древнего санскрита, значит «вечность знания, блаженство». Вот, это, в принципе, ну, такая глубокая тематика. Кому интересно, можете зайти в Википедию, узнать вообще об этом побольше. Ну, это светлый альбом. Как бы мы взяли новую форму, абсолютно новую, которая, опять же, к нам только доплывает. Это трилл называется. То есть, ну, вообще новая школа хип-хопа, как бы трилл, да. Но в нее мы вложили глубокое довольно содержание. Ну, отличный альбом, процесс тоже был очень интересный, вот, я вообще фанат музыки BMB, он сейчас очень много релизов готовит, вот, ближайший, скоро состоится в Москве Boiler Room в конце апреля, и BMB вместе с диджей-премьером делают бит для MF Doom, как бы, плюс на бита недавно записался Raekwon из Wu-Tang Clan, вот, то есть очень много у него таких регалий, заслуг, скажем так, и мне очень приятно было, ну, во-первых, как бы снова увидеться с битом, во-вторых, проникнуть вот в эти новые горизонты музыкальные. Надеемся, что альбом найдет отзвук в сердцах слушателей, тех людей, которые, ну, не зациклены на чем-то одном, любят экспериментировать, любят разное звучание, и, ну, я думаю, что это сила, да, это сила, это сила. Когда мы любим, все становится одушевленным, и все же мы люди, воздействуют внешние волны, лезем в петлю рабов, из-за завес не виден возможности жизни, очисть мысли. Еще хотелось задать вопрос, где ты черпаешь свое вдохновение для новых треков?
Вдохновение это вообще такая поразительная энергия. Оно в последнее время меня не покидает. И какие-то новые события, новые встречи, новые, ну даже краски природы, которые меняются. Сейчас мы, слава богу, уже приближаемся к теплой весне, к лету. Вот это тоже все очень сильно вдохновляет. В основном на регги музыку. Вот касаемо хип-хопа, ну это, знаешь, можно собирать по крупицам каких-то событий. Бывает, ты увидел просто что-то происходящее на улице, и тебя это настолько зацепило, что из этого рождается целый трек. Вот. Но всем MC я бы посоветовал читать поэзию, потому что это тоже очень хорошо облагораживает твой стиль, делает тебя оригинал, как бы, и можно черпать тоже очень много вдохновения. Смотрите хорошие фильмы, вот, все как-то вот в этом контексте. Ну и, конечно, любовь. Любовь — это главный источник, который дает сил и, конечно же, вдохновение. Красный цвет светофора, различат ли зеленый? Время скачет, как конь, топчет всех без разбора. Солнце — вечный огонь, греет пасмурный город. Что будет после, что было до, что сейчас происходит? Мы создали поиск без света, без света, без света. Я вижу день, я вижу ночь, я вижу образы детства. Слова вылетают из сердца, мелодия часто тут тесно. Да, я вырос здесь, знаю, выход есть, хоть статус дела, как тесто. Вот и выбирали кримина, крысы забрали имена. Йоу-йоу-йоу, всем привет! У микрофона MC Check, специально для Геометрия ТВ. Сегодня пати на 8 этаже, 8 число бесконечности. Всем мир, приходите.